Здравствуйте, дорогие друзья, зрители. Сегодня речь пойдет о удивительном истории, которую НЛО подарила людям. Волшебный артефакт. Недалеко от Мичигана маленькая семья, которая работала сутками и отдавала всю жизнь, можно сказать, фермерству, случилось необычное явление. Отец Кейтли заснял на свой телефон необычную картину, которая поразила всех живущих на этой земле. Что он заснял? Заснял он необычное НЛО, которое по полю бродило. Вы можете ссылаться на этот ролик неподлинный, но сам режиссер это и есть отец Кейтли. Отец Кейтли не мог объяснить, что он видел на поле, но это, скорее всего, было и НЛО, которое взорвалось ярким светом и оставило после себя необычный металл. Ну, можно сказать, что артефакт. Что происходило дальше, дорогие зрители? Он взял это железо и отнес домой, положил в коробку. Никто ему не верил и, наверное, скорее всего, посчитали, наверное, ненормальным. Одним днем дочь у отца взяла шкатулки, вот этот артефакт, и положила под подушкой. На следующий день у нее стала болеть голова. Отец не думал, почему у ней болит голова. Он вызвал доктора, вызвал специалистов. Потом, скорее всего, ему курс лечения дочки назначили. И в 14-15 лет, дорогие друзья, когда уже Кэтли выросла, с ней стали происходить всякие явления, которые вам, наверное, будет интересно знать. В 15 лет, дорогие друзья, Кэтлин стала в голове слышать всякие звуки. Она стала разгадывать карты, она стала искать вещи, которые прятали от нее специально люди. Она рассказывала судьбу человека, что его ждет и когда с ним что-то случится. Скорее всего, этот дар был проклят, потому что она знала свой конец жизни. Я не знаю, как вы на это скажете, но с ней стало происходить все дальше и дальше. Ее жизнь стала все скучнее и грустнее. Почему? Я вам сейчас все расскажу. В 19 лет Кэтлин потеряла своего отца. Она знала, что у него рак. Но она не хотела ему это говорить. И когда она осталась одна, она уехала в ранчо своей тете. И там стала жить. Но недолго эта грустная и печальная история шла по ее стопам. Она познакомилась с парнем. После всего, что она пережила, она знала, что будет ждать ее в будущем. После этого она родила ребенка. Живет сейчас очень хорошо, но проблема в другом. Тот, который дар она получила, оказался проклят. Но все знают, когда человек умрет и не знает, как помочь тому человеку. Это бессилие. И после того момента, когда случилось с ее отцом, она тот артефакт просто выбросила. Кто-то утверждает, что она утопила, кто-то утверждает, что она закопала, а в третьем кто-то положил в ту шкатулку, где и нашел отец, и положил тогда давным-давно. Я не знаю эту правдивую историю, но вы можете знать, дорогие друзья, потому что во многих случаях так и бывает. Когда ты получаешь что-то взамен, ты должен отдать тому, что получил. Это жизнь. Спасибо, что вы с меня смотрели. Ставьте лайки, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравился этот обзорчик. До новых встреч!